Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. В условиях гололеда не совершайте ненужных маневров, снизьте скорость, соблюдайте дистанцию и сигналы светофоров. Пешеходам же не стоит подходить слишком близко к проезжей части в ожидании перехода и при пересечении дороги убедиться в полной остановке транспортного средства. В общественном транспорте больше не будет звуковой рекламы. Соответствующий законопроект поддержали в парламенте. Запрет касается только коммерческой, но не социальной. Также останется реклама на электронном табло в виде бегущей строки и картинок. Детская железная дорога открыла продажу билетов на новогодний экспресс. В первое путешествие можно отправиться 24 декабря. Пассажиры проедут по маршруту от станции Заслонова до остановки Сосновый Бор. Время поездки – 1,5 часа. В пути сопровождать детей и родителей будут герои сказок. В экспрессе предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции и санитарная обработка. Пассажирам необходимо выполнять масочный режим. Благотворительная акция «Наши сердца детям» стартует 15 декабря. В частности, в этот день Белорусский детский фонд поздравит с наступающим Новым годом и Рождеством детей-сирот из детских домов семейного типа Минска. Праздник состоится в Центральном детском парке имени Максима Горького возле главной елки. По всей стране в отделениях почтовой связи пройдет акция «Поздравим Деда Мороза с днем рождения». Все желающие смогут написать теплые слова символу праздника, рассказать о себе и о своих добрых поступках в уходящем году и бесплатно отправить открытки в резиденцию зимнего волшебника.